63,79 балла. Оценках за компоненты программы, то самая высокая оценка у них за интерпретацию. Но только 6,68. Ну вот видно, что недовольны своим прокатом фигуристы. 51 балл и 7 сотых. Ну, это более чем на 2,5 балла уступает их же оценке на этапе в Канаде. Может быть, поэтому так мрачно выглядит фигуристка. Ксюхань Ван и Ли Ван. Первая из двух китайских пар. И, кстати, они выступали уже на домашнем этапе. И выступили неплохо. Заняли третье место. То есть, в принципе, они сохраняют шансы на выход в финал Гран-при. Но для этого им нужно быть как минимум вторыми. Это будет сделать очень непросто. Ну что ж, очень здорово, прекрасно исполненная короткая программа. Надо сказать об этой паре, что Ли Ван ранее выступал с другой партнершей. Но вот